своему почетному званию «Человек года» Александр Шарко относится с уважением и признательностью. Сам коренной пинчанин, именно он для своих юных земляков 25 лет назад создал клуб, который сегодня в рейтинге клубов боевых искусств не только страны, но и целого ряда стран Европы. И поистине медальным стал для Эдельвейса 2016 год, хотя сам директор считает это вполне закономерным. Удалось создать организацию единомышленников, которая как вот все пальчики сжаты в один кулак и очень целенаправленно идут в определенном направлении. Те же спортивные результаты, хозяйственная деятельность, воспитательный процесс, самоорганизация учебно-тренировочного процесса – это же коллектив. За прошлый год на всех соревнованиях по карате воспитанники Эдельвейса завоевали 63 золотых, 47 серебряных и 65 бронзовых медалей. 5 спортсменов клуба включены в состав национальной сборной команды Республики Беларусь, которые уже в этом году будут защищать честь страны на чемпионатах мира и Европы. Коллектив Эдельвейса собственными силами произвел ремонт и оформление тренировочного зала в здании бывшей школы-интерната по улице Брестской. Воспитанники пинского Эдельвейса поднимались на победные пьедесталы самых престижных европейских и республиканских соревнований и турниров. Сегодня в числе самых ярких побед есть и поистине феноменальные. Это первенство Республики Беларусь среди младших юношей, где в этом году мы показали феноменальный результат впервые в истории белорусского карате. Мы в командном зачете стали первыми. Из 23 категорий мы в 11 завоевали золотые медали, большое количество серебра и бронзовых наград, конечно же. Выше всяких похвал выступление пинских каратистов на открытом первенстве Польши. 32 страны, 1800 участников, и это лучшие из лучших. Представьте, команда Японии прилетает на эти соревнования. И то, что там удалось продемонстрировать нам, мы в командном зачете стали третьими, и это феноменально. За четверть века через Эдельвейс прошло около 1500 ребят, для которых клуб открыл философию уникального в своем виде спорта, воспитал высокие человеческие качества. И как тренер Александр Шарко вправе гордиться высокими достижениями своих подопечных. Если когда уже официально был создан клуб, у нас было 74 человека воспитанников, мы работали вдвоем с Валерием Семеновичем Татарчуком, то сейчас это уже 260 человек, и за плечами подготовлено 4 мастера спорта международного класса, 31 мастер спорта. Я думаю, что несколько больше будет сотни кандидатов в мастера спорта, а массовых разрядов это вот действительно уже, наверное, счет будет идти на тысячи. Потому что тысячи и тысячи прошло ребят, пинчан через клуб, смогли не только просто поправить какое-то здоровье, получить какие-то навыки, действительно здесь становятся мужчинами. Ученики Александра Шарко говорят о нем с неизменным восхищением и уважением. Это в них проросли лучшие качества сенсея. Так получается, что я организатор всего этого и, можно сказать, как в определенной степени локомотив движения. Я не побоюсь сказать такое громкое слово, наверное, локомотив качества работы. Эти критерии заданы давно, и моим коллегам, моим бывшим, скажем так, воспитанникам, а ныне коллегам, лишь стоит следовать и прикладывать свой талант, свои усилия. И вот все вместе мы показываем то, что у нас получается на выходе. Сегодня в числе более 200 воспитанников Эдельвейса подрастают новые лидеры мирового спорта, мастерство которых шлифует Александр Шарко. Он твердо уверен в том, что именно они прославят свой родной город и страну, а значит, Эдельвейс будет цвести всегда.